Правительство Российской Федерации рассматривает возможность предоставить муниципальным властям право выдавать предписание за нарушение правил благоустройства по результатам выездных обследований без участия прокуратуры. Об этом говорили на заседании Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области под руководством главы города Елены Лапушкиной. Постановление еще не принято, проходит обсуждение. Раньше муниципальные власти были вынуждены согласовывать с прокуратурой внеплановые мероприятия, что требовало больше времени на их организацию. Если изменение будет принято, муниципальные власти смогут работать эффективнее и оперативнее, привлекать к ответственности виновных. Если появляется возможность нормально работать, мне кажется, это вот такая неплохая идея. Вместе с тем, ряд муниципальных образований отметил, что неплохо было бы предусмотреть административную ответственность и наделить соответствующими полномочиями административные комиссии в сфере уборки прилегающих территорий, на которых содержатся различные строительные материалы, древесина, оборудование. В марте 2023 года появилось постановление правительства Самарской области, касающееся регулирования самовыгула собак. Некоторые владельцы четвероногих выпускают их на улицу без намордника и контроля. Постановление регионального правительства устанавливает дополнительные требования, связанные с обращением с животными. Введен запрет на выгул собак без поводка и намордника. Правда, пока ответственность за нарушение не предусмотрена. Представители Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области направили в Губернскую думу предложение обозначить административную ответственность за это нарушение. Виктория Шара и Николай Пифанов. События.